Да-да, погоди секунду. О, черт. Дженсен? Хас, не ожидал встретить тебя здесь. Да, походу ты хорошо устроился, не то что я. У меня нет времени на твое нытье, мне надо в морг. Да ну, забудь. Не знаю, что там за трупешник, но у меня приказ самой верхушки – никого не пускать. 2 года от тебя ни слуху, ни духу, а теперь нарисовался и сразу что-то клянчишь? А что надо было приказывать? С приказами ты всегда отлично справлялся. Боже мой, а ты что, святее самого папы? Думаешь, мне это нравится? Разуй глаза! Быть командиром спецназа, потом стать ничтожеством, дежурным на каком-то паршивом участке. Оставь приказы при себе, мне их и так хватает. Либо учись вести себя прилично, либо проваливай, потому что я тебе нужен, а не ты мне. Думаешь, я знал, что ты здесь окажешься? Да глаза бы мои тебя не видели. Но мне надо в морг, так что валяй, открывай двери, не стой на дороге, когда люди в опасности. Ты меня не запугаешь, Дженсен, ты мне больше не указ. Прошло 2 года, и тебе хватает наглости явиться сюда и чего-то требовать. А ничего, что на кону моя работа, и что она мне нужна? Да, я могу. В общем, предупреждаю, лучше сбавь обороты. Ты прав, рисковать не мне. Так что заставлять я тебя не стану, да и зла держать не собираюсь. То, что случилось 2 года назад, я знаю, что это грызет тебя. Когда-нибудь нам стоит поговорить об этом. Вряд ли я смогу. Слушай, мне до смерти надоело снова и снова вспоминать об этом. Да, я убил пацана. Он был нашпигован имплантами. Он был опасен. Такая уж у нас работа. Мы защищали гражданских. И к черту тех, кто лезет с домыслами, ничего не зная. Мы все ошибаемся, Уэйн. Никто не обвиняет тебя. Просто поверь в это и прости себя. Иначе тот случай никогда не останется в прошлом. Я не готов. Я ждал 2 года, чтобы сказать тебе одну вещь. Это все из-за тебя, Дженсен. Все, что случилось. Потому что, когда запахло жареным, ты получил приказ стрелять, отказался, и браться за дело пришлось мне, а ты попросту свалил из моей жизни. Вот когда все пошло к чертям, когда ты меня бросил. Теперь это в прошлом, Уэйн. Мы можем жить дальше. Серьезно? Это радует, честное слово. Как будто прямо не верится, такое облегчение. Знаешь что, давай, иди. Парни тебя не тронут, и Адам, спасибо. Алло? Мистер Таггер выразил искренне... Я не знаю, говорят, возле протезной клиники была демонстрация. Вместе с Дэвидом Шарифом, чтобы попытаться... Дженсен, да? Мне про вас рассказывают. Ты новости смотришь? Да, почти все говорят, что вы были отличным копом. Хорошо, что вы ушли. Ладно, отсюда. Пока. Почему вы здесь, сэр? Мне казалось, участок закрыт. Пострадавших нет. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Все теории средств массовой информации по поводу захвата заложников в Детройте только что вылетели в трубу. На место прибыл Уильям Таггарт, знаменитый писатель и основатель Фронта Человечества, организации, выступающей против имплантов. Таггарт выступил на площадке аэропорта округа Уэйн и сказал, что атаки — это... Событие достойное. Access granted.
Было арестовано после очередного антиимплантного митинга. На этот раз активисты фронта человечества преградили путь пациентам... Постарайся не лезть в неприятности. В начале недели... Эта организация получила разрешение на акцию протеста, но полиция решила преждевременно ее прекратить и перекрыла Бродвейский туннель. Не исключено, что полицейские опасались возможных последствий после разрешения ситуации с заложниками Шариф Индустрис. И тем не менее, Значит, говорите, ваш сосед что-то знает о пропавших людях? Да, один из пропавших парней жил в моем доме. Он часто ругался с Кейси, моим соседом. И почему они ругались? Парень слушал этого подпольного диджея Лазаря. Так громко включал радио, что по всему городу слышно должно было быть. Кейси на него орал, чтоб тот громкость убавил. А почему вы считаете, что Кейси как-то связан с их исчезновением? Ну, однажды я слышала, как парень кричал, что Кейси — шпион правительства. Что он помогает ЦРУ захватить мир. И на завтра смотрю, лоб, и нету парня. Интересно. Простите, я рассказываю офицеру важную информацию. У меня есть пара свидетелей, которые утверждают, что ты бросил коктейль Молотова в здание клиники Протез. Не, блин, это не я был. Я вообще не в теме, что тут за протест. Это уже любопытно. Поскольку при обыске в твоем бумажнике нашлась визитка Фронта Человечества. И дальше что? Это ничего не доказывает. Слушай, у нас тут толпа идиотов вроде тебя, которые делают вид, что они все из себя идеалисты и бьют окна в Протезе. И кто-то должен за это ответить. Никто меня за таким не видел. Детектив Гудров, пройдите в лабораторию на втором этаже. Детектив Гудров, в лабораторию на втором этаже. Здесь ни при чем. Офицер Газ, пройдите в кабинет сержанта. Газ в кабинет сержанта.
Офицер Декарт, вам звонят по второй линии. Декарт, вторая линия. Пострадавших нет. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Все теории средств массовой информации по поводу захвата заложников в Детройте только что вылетели в трубу. На место прибыл Уильям Таггарт, знаменитый писатель и основатель Фронта Человечества, организации, выступающей в Детройте. С Дэвидом Шарифом, чтобы выразить свое сочувствие и убедить его, что эти нападения не имеют никакого отношения к фронту человечества. Мои люди неустанно пытаются найти мирное решение сложившейся ситуации, и мне глубоко неприятно. Мистер Таггарт выразил искреннее желание выступить перед Генеральной Ассамблеей вместе с Дэвидом Шарифом, чтобы попытаться найти компромисс. Если это действительно случится... Интересно, будет ли там присутствовать миллионер Хью Бэрроу, чьи из... Полиция! Двигаться! Куда этот кап делся? Вижу подозреваемого! Подозреваемого! Все! На место прибыл Уильям Таггарт, знаменитый писатель и основатель Фронта Человечества, организации, выступающей против имплантов. Таггарт выступил на площадке аэропорта округа Уэйн и сказал, что атаки — это... Событие, достойное глубочайшего сожаления. Мне бы очень хотелось лично встретиться с Дэвидом Шарифом, чтобы выразить свое сочувствие и убедить его, что эти нападения не имеют никакого... используемые этими террористами. И тем не менее, я надеюсь, что ООН пристально рассмотрит сложившуюся сегодня ситуацию. Мистер Таггарт выразил искреннее желание выступить перед Генеральной Ассамблеей вместе с Дэвидом Шарифом, чтобы попытаться найти компромисс. Если это действительно случится, интересно, будет ли там присутствовать миллионер Хью Дэрроу, чьи изобретения и послужили началом популяризации имплантов. Пока мистер Дэрроу отказал во всех наших просьбах об интервью. Детектив Гам, пройдите в зал для допросов. Третий этаж. Детектив Гам, зал для допросов. Третий этаж. Access granted. Детектив Александр, пройдите в зону ожидания. Александр, в зону ожидания. Не уйдешь! Последнее предупреждение! Отойди немедленно! Взять его! Смотрите меня! Отдай! Организация, выступающая против имплантов. Connacht Technologies. От Connacht'а? Блин, да ты шутишь, наверное. Нам наконец-то выдадут ИСС? Именно так, приятель. Импульсная система энергетической защиты. Однозарядная, нелетальная. Одним выстрелом можно вырубить слона. Бандиты даже не поймут, что это такое было. Давно пора. В Калифорнии их уже целый год как используют. А у нас-то проблем побольше, чем у них. Thank you.
глубоко неприятны методы, используемые этими террористами. Сложившуюся сегодня ситуацию. Access granted. Эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Access granted.
будешь здесь торчать, пока я не получу ответы, малыш. Тут серьезное дело. Серьезное преступление. Сейчас? Преступление? Чувак, ты что? У меня брат пропал, вы хотите на него что-то повесить? Не, ну что с вас взять? Ладно. Ладно, попробуем еще раз. С самого начала. Когда ты видел Ланни в последний раз и кто с ним был? Да я же говорил уже. Ну, неделю назад где-то он тусовался с, ну, друзьями со старыми. Со старыми друзьями? Ну да. Слушай, мы же знаем, что вы оба тусовались с мототрахерами, а Джейсон в тюрьме по уши. Йоу, выходит, вы и сами все знаете. Что вы меня дергаете? Слушай, умник, слова контрабанды имплантов тебе ничего не говорят? Нет? Как думаешь, может, Питы сейчас с твоим братцем общаются? Что такое? Сказать стало нечего. Я тут могу хоть весь день сидеть. Фема чему-то обучает наших детей без нашего ведома. Детей забирают в секретные лагеря, которые открываются по всей стране, а родителям даже не говорят. Для чего нужны эти учения? Они готовят детей к будущему. Рекс-84 — наше будущее. Концлагеря — наше будущее. Они говорят, смотрите, детишки, вот что бывает, когда выступаешь против коррупции, Дэдди. Вот что бывает, когда ищешь правды, Джорджи. Вот что бывает, если не позволяешь Международному банковскому картелю поиметь тебя в задницу, Трейси. И если не следуешь предвзятой доктрине Пика и не слушаешь их марионетку Элизу Кассанбилли. Да-да, Билли, доверчивый ты гаденыш. Тебя отправят в лагерь на неопределенный срок, Билли. Устраивайтесь поудобнее, детишки. Thank you.
Access granted. Access granted. Thank you.
Если вы только что к нам присоединились, мы задаем вопросы и узнаем правду. Мы только что разговаривали с одной матерью из Флориды, которая подтвердила то, что и так большинство из нас знает. Но я все равно вам расскажу. Слушатели, ведутся учения. Фема чему-то обучает наших детей без нашего ведома. Детей забирают в секретные лагеря, которые открываются по всей стране, а родителям дают... Access granted. Очень хотелось лично встретиться с Дэвидом Шарифом, чтобы... Thank you.
Access granted. Сегодня намечено много тем, так что не будем терять время. Мы только что разговаривали с одной матерью из Флориды, которая подтвердила то, что и так большинство из нас знает. Но я все равно вам расскажу. Слушатели, ведутся учения. А, теперь понятно. Теперь нам свою работу делать нельзя. Все приказы отдает тот, кто спонсирует кампанию мэра.
после разрешения ситуации с... Несколько столкновений, все. Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости пик. Неприятные методы, используемые... Да? Что тебе нужно? Информация. Обратись к дежурному в приемной, пушка на ножках, не отнимай у меня время. Информация другого рода. Что ты знаешь о деле Шариф Индастрис? Ха-ха. А я хочу мини-этик и двухместный бар 2005 года выпуска. Думаю, мы оба можем и дальше предаваться мечтам, чугунная голова. Я знаю, что ты позаботился о важных уликах по этому делу, и хочу узнать об этом побольше. Во-первых, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Во-вторых, даже если бы и понимал, с чего ты взял, что мне есть дело до твоих желаний? А теперь настоятельно советую, убери отсюда свою высокотехнологичную задницу, пока я не позаботился о тебе. Красиво говоришь. Настоящий поэт. Скажи мне, о суде ты что скажешь, когда тебя возьмут за ложные показания, хранение и распространение наркотиков? Что это ты там бормочешь, ходячая пушка? Слушай, смешная история. Есть такой парень, Блейн Лопес зовут. Дурью торгует около аэропорта. Редкостный мерзавец. Знаешь такого? У меня тут есть запись разговора между ним и тобой. Ну так что, в тюрьму собираешься? Или рассказываешь мне то, что я хочу знать? Откуда ты знаешь? Черт! Послушай, парень, я просто сделал то, о чем меня попросили. У меня не было выбора. Продолжай. Ладно, смотри. Однажды утром я получил по электронной почте письмо с новым заданием. Служебное дело. Но там были и особые указания. Я должен был найти в лаборатории запись с камеры слежения. Мне было приказано забрать ее и оставить возле мусорного бака неподалеку от озера. И что там было? Не очень понятно. Кадры, на которых двое парней, нападавших на шериф, лезут в лабораторию. И мне показалось, они тащили что-то с собой. Но что именно, я не понял. Кто приказал тебе это сделать? Думаешь, я знаю? У нас тут приказ есть приказ. Они всегда поступают сверху, и никто не задает вопросов. Надо просто делать то, что сказано, и надеяться, что не кончишь как хаос. Вон он, кстати. Но полиция решила преждевременно ее прекратить и перекрыла Бродвейский туннель. Не исключено. Кино. Что, полицейские? Потому что она знает, что к чему. И тем не менее... Почему вы здесь, сэр? Мне казалось, участок закрыт. Кэмпбелл сейчас занят вскрытием того типа, которого раньше привезли. Пока он не закончит, в морг никому нельзя. Опять? Этот парень залез куда не звали. Кому какое дело, что наемник Шарифа его грохнул? Тут дело не в этом. Говорят, наш неопознанный труп – железяка. Да ты что? Так говорят те, кто там первый появился. Твою мать! Сдается мне, скоро у нас будут новости.